Тем временем британские ученые разработали бесконтактный сканер, способный обнаруживать любое количество взрывчатки, даже невидимой глазу. По словам инженеров, это ноу-хау позволит предотвращать теракты, подобные тем, что произошли в Брюсселе. Все подробности в следующем сюжете. Сейчас один из разработчиков помещает немного взрывчатого вещества на майку. Сканер, оснащенный ультрафиолетовым пульсирующим лазером, камерами и электронным мозгом, безошибочно распознает опасную субстанцию. Я трогал это взрывчатое вещество, но на пальцах не осталось видимых следов. Однако система автоматически вытаскивает эти данные. Изобретатели уверены, сканер X-Detect изменит подходы к обеспечению безопасности в аэропортах и других местах массового скопления людей. Ученые считают, что устройство, с одной стороны, станет средством противодействия злоумышленникам, а с другой позволит ускорить процесс контроля безопасности. Если вмонтировать его в дверной проем, он будет автоматически сканировать проходящих людей целиком, не задерживая поток пассажиров. Он не устранит проблему, но даст сотрудникам сил безопасности то, чего у них раньше не было – средства сдерживания. Я никогда не спешу говорить, что нечто меняет правила игры. Но это важная разработка, поскольку действует бесконтактно. Наилучший способ обеспечения безопасности – тот, который остается незаметным. Мы можем искать взрывчатку на людях, а они об этом не будут подозревать. Финн уверен, что взрывы в Брюсселе в марте 2016 и Париже в ноябре 2015 можно было предотвратить, если бы аэропорт, станция метро и концертный зал были бы оснащены сканерами, подобными X-Detect. Экстремисты со взрывчаткой просто не смогли бы попасть внутрь зданий. Азем Хасен, Хазаир Надкашкынов, 24 KZ.